Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Ги, и мы сегодня с новой серией на проекте Родина Ролеплей, первый сервер. Я продолжаю свою жизнь с нуля, но основной аккаунт, если что, я не забросил. Просто пока что будет серия выходить именно по жизнь с нуля. Второй день, пацаны, я снимаю это видео, в принципе. Вводите мой ник при регистрации, ник, который нужно вводить, будет в описании под этим видео. А на аккаунте с нуля я играю под ником Кирилл Карданов, на него регистрироваться не нужно, пацаны. Регистрируйтесь на ник, который указан в описании, то есть на мой основной аккаунт. Сегодня мы будем выполнять остальные квесты, которые нам остались. Это получить права, и там еще что-то есть. Давайте я вам покажу. И вот, нам осталось 3 квеста выполнить сегодня. Вам вроде бы как зашло, вы набрали на серии около 60 лайков, даже больше, по-моему, 65 лайков или 66. Я уже точно не помню. Реально красавчики, но давайте на этой серии попробуем набрать все-таки 100 лайков, потому что я стараюсь для вас, пацаны. Поддержите эту серию лайком, просто не ленитесь, возьмите и поставьте лайк. Как бы это занимает всего лишь пару секунд. Поэтому давайте берем квест, получается, и поедем сдадим на права. Все, я принял квест, теперь нужно как-то будет нам добраться. Онлайн 420, ну, здесь недалеко бежать, поэтому, скорее всего, я сейчас добегу пешком и уже продолжим. Все, пацаны, я благополучно добежал до автошколы, заняло у меня это где-то минут 5, наверное, потому что реально бежал долговато немножко. Так, нам нужно получить права. Так, начать сдачу прав. Далее. В ходе теста вам будет задано 4 вопроса по ПДД. После этого на все вопросы система выдаст количество правильных ответов. Предположите, начните далее. Окей. У меня не получается получить право, пацаны. Я не знаю, в чем дело, типа. А что я неправильно отвечаю, я не понимаю, типа, блядь. Ну, 60 км в час всегда. Только в этих ситуациях. Так, ехать как можно, так, снизить скорость. 120 давайте. А, 120 все-таки можно по трассе только ехать. Ну, типа, вне города. Вне города, пацаны, можно ехать всего лишь 20 км. Поэтому я думал, только сотку можно ехать. Все, теперь мы бежим на парковку и берем машину, чтобы на ней сдать на права. То есть у нас была теория, теперь практика получается. Вот такие вот дела. Блин, в жизни бы так легко на права сдавать, пацаны. Было бы вообще шикарно. Так, у нас получается такие, по-моему, какая-то машина или что, я точно сказать не могу, но... Да, это такие у нас, пацаны. Так, заводим двигатель, включаем фары и поехали. Так, алюминий тут, по-моему, нельзя пристегивать, да? Ну, наверное, нет. Я не знаю, вам показывать это или нет, как я сдаю на права. Скорее всего, давайте я вам не буду этого показывать, потому что в этом ничего интересного не будет. Все, увидимся, когда я уже сдам на права, пацаны. Все, я уже почти доехал, получается. Вот, заезжаем на чекпоинт, и я получил права. Все, теперь возвращаемся на вокзал, заканчиваем квест и берем, получается, следующий. Все, я все-таки добежал, наконец-то, к этому персонажу квестовому. Так, поговорить. Так, вот, задание надо отдать ему, все. Я получил за это деньги и экспишку. Теперь следующее задание у нас получается... Хватит сложной работы. Для выполнения задания необходимо приехать на фирму по разводке пиццы. Устроить сюда и развести 15 заказов. После вернуться обратно и получить награды. Окей, хорошо. Это, наверное, самый сложный квест, который я знаю. Потому что это займет много времени, именно... разводить эту пиццу, но я все-таки попытаюсь это все выполнить, потому что я в этой серии хочу выполнить все квесты, которые есть. Вот мы один выполнили, сейчас будем выполнять второй и потом третий. И потом в следующей серии уже пойдем к другому квестовому персонажу. Их тут два, по-моему, может быть даже три. Поэтому, пацаны, я думаю, это будет интересно. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Короче, пацаны, я уже закончил этот квест, который надо было разводить пиццу, но я это не снимал, пацаны, потому что я это делал полчаса, понимаете?
30 минут у меня заняло выполнение этого квеста. Как по мне, это самый сложный квест, потому что реально очень долго. 15 казу, пацаны, это жесть, реально. Почему я не снимал? Потому что я снимаю сейчас нарезочкой, поняли? Типа, ну, кусками снимаю, и я боялся, что если я нажму запись, у меня может крашнуть. Я не выполню это задание, поэтому я добежал до вокзала, точнее, доехал. Я скутер там арендовал, спрятал его. Я арендовал скутер, доехал сюда и выполнил задание. Ну, точнее, сдал его. Все, у нас задание почти все выполнено. Осталось задание, пора прощаться. Для выполнения задания необходимо приехать к Паврику и познакомиться с ним. Теперь он будет давать вам задание. Надо за выполнение 450 рублей. Окей, сейчас мы поедем, познакомимся с Павликом, получается. Ну что ж, пацаны, наконец-то я приехал. Я приехал уже сюда второй раз, потому что я приехал сюда, нажал запись, и у меня, короче, игра крашнулась. И поэтому пришлось перезаходить и ехать сюда обратно. Так вот, наш Павел, короче, с которым мы познакомились. Все, там мы все задания выполнили на вокзале Южного. Теперь мы будем выполнять задание вот этого молодого человека, так сказать. Так, давайте поговорить. Задание. У него здесь, получается, 7 заданий есть. Вот, короче, здесь такие вот задания есть. И мы их будем выполнять уже в следующей серии. Не знаю, что мы там выберем. Так, трудные будни. Для выполнения задания необходимо приехать на завод и сделать 25 материалов. После окончания работы вернуться обратно к Паврику за наградой. Ну, короче, это все понятно. Надо будет ебашить, пацаны, ебашить и ебашить. Все, пацаны, в следующей серии будем выполнять уже задание от Паврика. Мы уже с ним, так сказать, познакомились. И в следующей серии я уже буду... Блин, это придется аж сюда ездить теперь за заданиями, я так понял, да? Давайте, может быть, сразу возьмем вот это задание. Трудные будни. Потому что эта херня, где носить эти мешки, то есть материалы, находится в Южном. И поэтому давайте я сразу возьму это задание, чтобы потом с Южного не ехать сюда. И потом отсюда ехать в Южный. Поэтому я сразу взял задание. И в следующей серии мы уже будем выполнять его. Все, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вводите маник при регистрации, ждите новых серий. Всем пока-пока.